Начавшийся весенний призыв ярославцы, которые не служили в армии по состоянию здоровья, могут пройти медкомиссию повторно. Если в этот раз по медицинским показателям призывники подойдут, то они смогут отправиться в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Главное, чтобы было желание. Инициатива отслужить должна исходить исключительно от призывника. Такие люди есть, и они довольно часто обращаются. Обращаются, когда я веду прием в приемной президента. По поводу того, чтобы их переосвидетельствовали и признали годными к военной службе. Обращаются в дни таких приемов, когда я веду прием здесь, непосредственно на работе. Письменные обращения существуют. Как уже сообщал городской телеканал, в нынешний весенне-летний сезон в армию отправят около 1300 ярославцев. В прошлом году цифра была на сотню больше. Призывники будут служить в сухопутных войсках, на флоте и в Нацгвардии. Существует и альтернативная служба на 18 месяцев. Ее выбирает тот, кто не может отправиться в воинские части из-за религиозных убеждений. В прошлом году таким правом воспользовались семеро. Они трудились на почте и в геронтологическом центре. Нынешний весенний призыв продлится до 15 июля.